FIO E17 – это миниатюрный усилитель для наушников со встроенным ЦАПом. Частотный диапазон усилителя от 20 до 100 000 Гц, отношение сигнал-шум не менее 109 дБ. Частотный диапазон ЦАПа от 10 до 20 000 Гц, отношение сигнал-шум не менее 104 дБ. FIO поддерживает сопротивление наушников от 16 до 300 Ом. E17 оборудован разъемом мини-USB, 18-пиновым док-разъемом для работы с усилителями FIO E9 и переходником FIO L7, стереоразъемом мини-джек, 3,5-мм SPDIF и 3,5-мм разъемом линейного аудиовыхода. Из особенностей стоит отметить OLED-дисплей высокой яркости, режимы Gain, Bass, Treble и Balance. Корпус FIO E17 изготовлен из анодированного алюминия. Питается усилитель от литионного аккумулятора, которого должно хватить на 15 часов автономной работы. Весит FIO E17 100 грамм.